выпаял конденсаторы, которые вот тут вы по схеме 2,2 нанофарада. И вот этот вот, они скважинность увеличивают. Вот этот конденсатор и вот этот. Этот на одном плече, этот на втором плече, на драйвере. И когда их выпаял, тогда эти все эффекты пропали. Вот теперь 6 ампер, где-то 24 вольта, что-то горячий транзистор. А, это паяльник наш смердит. Так вот, блок питания 6 ампер может отдать. Даже больше, чем 24 вольта и 6 ампер. Сколько там будет? Даже больше, чем заявлено, выдает. Вот 6 ампер, а теперь напряжение померяем. Двадцать 3,92 вольта, то есть почти 24 вольта. Такой маленький и такой мощный. А теперь попробую скважинность скрутить и получить эти какие-нибудь эффекты. Или какие-то такие биения, или что-то такое. Откручу скважину, от резонанса уходит, просто уменьшается потребление, и все. И лампа притухает. Никаких эффектов нет, когда убрал эти конденсаторы. Вот 5 ампер потребления, тут вот около резонанса. 50 ватт горит ярко. Вот эти конденсаторы, которые я показывала по 2,2 нанофарада, они очень сильные. Усиливает всякий эффект, начинает скрипеть, там шипеть, начинает всякие эти штучки происходить. Без них вот ничего не происходит, потому что они очень хорошо наводки начинают ловить, появляется множество всяких эффектов. Это я скважинность увеличиваю, вот даже 8 амперная, просто боюсь спалить блок питания, он тут не предназначен для такой мощности. Написано на нем 5 ампер, может там нет какой-то защиты потоку, поэтому он просто перегреется и все. Хотя он в защиту заходил, когда сгорел один транзистор RF540. Тогда он начинал так тыркать быстро. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вот тут вот теперь нет никаких эффектов. Когда убрал эти резисторы, то есть конденсаторы. Вот максимальный резонанс. Вот потребление 5 ампер, 24 вольта, где-то 120 ватт. Вот 60 ватт лампа горит.
Ну, то они, наверное, не на весь накал. Как Руслан Колобухов говорил, эти резонансы — это пожирательство тока. Но это не пожирательство тока, это просто не настроено правильно. Тут, в общем, эта катушка, она, я считаю, это такая ерунда. Нужно тут все по-другому делать, чтобы не было этого пожирательства тока и нагрева просто. На нагрев идет все. Нужно просто без никаких хитростей мотать, там три слоя намотать. Вперед, назад и все. Потом индуктор точно так же одним слоем, только чтобы меньше всяких тока фука было там. Ну и параллельно съемный резонансный конденсатор поставить и все. А на индуктор там сразу 28 витков подавать прямую. Тогда не будет никаких потерь. Откачер прибавляю, ничего не происходит. Теперь такие слабенькие попискивания есть, но не очень слабые. Раньше так было, были намного сильнее. А еще одну лампу закручу. 116 ватт.